Мужество. Особое качество личности, которым обладают немногие. Это способность в экстренных ситуациях проявлять волю, твердость и решительность. Именно для развития этого качества в школах проводят военно-патриотические мероприятия. Одно из таких – урок мужества и отваги. Состоялось оно во Фряновской 2-й общеобразовательной школе имени Алексея Бесчастного. Сегодня у нас такой, всеобъемлющая встреча, потому что мы будем сегодня говорить и о наших великих победах, да, и о величии нашей страны, не только в военном деле, да, у нас впереди 12 апреля, да, День космонавтики, когда Россия действительно показала себя великой во всех отраслях. На уроке присутствовали ученики школы и юноармейцы. Среди почетных гостей – генерал-лейтенант в отставке Борис Овсянников. Он родился в январе 1937 года в Сталинграде и смог рассказать детям о боях за этот город, о своем военном детстве, жизненном пути, а также пожелал ребятам в будущем стать настоящими защитниками Родины. Для того, чтобы быть крепкими, надежными защитниками нашей Родины, нужно этого достигнуть. Оно само не приходит. Физическая подготовка, все остальные предметы, которые вы изучаете, должны быть только на отлично. Самое главное – это любить свою Родину. Отметили на мероприятии и воспитанников Щелковского отделения юнармии. Им вручили благодарственные письма. Наша школа в течение многих лет работает в сложно-социальном контексте. Поэтому одной из главных задач была вырастить достойное поколение, дать им все возможные, самые лучшие духовно-нравственные качества. И поэтому военно-патриотическое воспитание в нашей школе – это одно из направлений, из главных направлений, на котором была нацелена вся наша работа. У нас очень замечательные помощники. Это представители Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа». У нас замечательные помощники, представители боевого братства. Екатерина Сусенко, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».